Вы живы, герой? Какого черта вы толкаетесь? А какого черта вы лезете под машину? Я шел своей дорогой. Не знаю, своей дорогой вы шли или не своей. Но вы мечтали ночевать в морге. Какое ваше дело, о чем я мечтал? Вы, может быть, думаете, что не получите сдачи? Здравствуйте. Да, именно здравствуйте. Вы смельчак. Но здесь неуютно драться, что скажет милиция. Идемте. Идемте. Садитесь. С вас, Макарыч, герой. Я вам спас жизнь. Ничего не заметили? Нет. Шагнули под машину. Машина шла на хорошем ходу. Редиску. Икру зернистую. Садитесь. Я с вами драться не буду. Вы мне нравитесь. Водку. Большую. Вам? Я не пью. Отлично. Я пиво вам. Пиво. Пиво. Сейчас. Вы меня заинтересовали. Чем? У меня был друг. Отличный парень. Немножко старше вас. И вот когда он погиб, я всю ночь ходил, ходил, ничего не видел. Вот как вы. У вас несчастье. Нет, я счастлив. А от чего погиб ваш друг? Где? В другом месте, далеко. Смерть дело случая. За жизнь! А вы музыкант? С вами были ноты. Я учусь в консерватории. А. На выпускные экзамены мне нужно писать музыку. Почини, понимаете? У меня нет тем, нет большой современной темы, не могу найти. Вот я и замечтал. За творчество. Но в поисках темы не лезьте под машину. Ну, желаю вам удачи. Я тоже иду. Отлично. Пойдем. Правду сказать... Я плохой знаток музыки. Трудное дело. Да. Вот ведь самое интересное, изумительное живет на земле, среди нас. А вот если бы я мог, я написал бы что-нибудь повыше наших голов. Поближе к небу, звездам. А в общем, все я знаю. Всего хорошего. Ну кто вы? Мы с вами даже не познакомились. Да что? Да. Спасающий от смерти должен назвать себя. А как? Ну, это не имеет значения. До свидания. До свидания.
Довольно, Митя. Ты, брат, много работаешь. Нельзя столько заниматься, понимаешь? Нельзя. Я забыл, что самое прекрасное, самое изумительное надо видеть на земле. Ну и что? Но ты подумай сам, Митя. Ведь мы семья летчиков. Твой брат, аэронавт, твой старший сын был истребителем. Ты сам, наконец, полковник бомбардировочной авиации. И только я художник-композитор. Прекрасно, мальчик, прекрасно. Да, но я ведь как дурак искал современную героическую тему, в то время, как я должен писать о тебе, о моем погибшем брате, о наших летчиках, героях. Только у меня ничего не выходит. Сядь-ка, брат. Да поговорим по душам. По-моему, музыка – дело тонкое, изящное. И писал бы ты, брат, о любви, о луне, о птичках. О птичках? Не буду я писать о птичках. А эти люди – летчики. Черт их разберешь, что это за народ. Тут, брат, надо самому сделаться летающим человеком, чтобы понять душу авиации. Ну что ж, я сам своим сердцем тоже летчик. Тоже-то не тоже. И я сумею быть летчиком. Что? Отец, я уже давно не мальчик. Я давно бреюсь и скоро буду курить. Я взрослый человек. Ты, пожалуйста, брейся, кури, но об авиации брось думать. Такие, как ты, не летают. Почему такие, как я, не летают? Дмитрий, ты музыкант? Ну? У тебя талант. Ну что такое талант? Наш Володька был талантливым летчиком. Ну да, и погиб в Финляндии. Ну уж лучше погибнуть героем, чем жить ничтожным. Да ты, собственно, что? В самом деле собираешься летать? Нет, я летать не собираюсь, но меня возмущает. Что тебя возмущает? Я не буду писать о Луне, о любви и о птичках. Я все равно буду писать о летчике. О тебе, о моем погибшем брате. Ну, пиши. Только не шуми, не шуми. Ну и характер у тебя. И у кого ты пошел? Тебя. Ну, ладно, ладно. Ты все-таки вот отдохни, погуляй, а потом будешь работать. А назову это «Дорога к звездам». Дорога к звездам. Неплохо. Твоего концерта. Запомни эту дату и мои слова. Сегодня ты выходишь на свою дорогу. Запомни. Подожди. Я люблю слушать, как просыпается город. Он ворчит, вздыхает, потягивает. Я непременно напишу утреннюю симфонию города. Слышишь? Все, просыпается. Прожектора. Ну как, Грэйши? Ты еще новичок. А в мою честь уже не раз осталась над Лондоном подобная иллюминация. 3 градуса влево. 3 градуса влево. 4 часа. 22 июня. Интересно, когда и где кончится то, что мы начали сегодня в Ондрине? 3 градуса влево. Похоже на то, что у тебя трясутся губы, Грэйши, а? Ну. 3 градуса влево. Огонь! Огонь! Еще 2 градуса влево. Ну, выше голову, Грэйши, выше голову.
вспомнишь, что тебе сказал перед вылетом рейс-маршал. Пока у меня есть моя железная молодежь, я спокоен за судьбу Германии. И пусть содрогнется земля. От вас, 20-летние немцы. Огонь! Огонь! Филимонов, выехали? Я готов. Готов, давай. Да нет, уж несколько часов идут бои по всему фронту. Нет, стекла целы. Ну, давай, жду. Мама. Митя, ну как же можно? Отец волнуется, тебя нет, он уезжает. Когда? Сейчас. Митя, зайди ко мне. У этой девушки разбит дом. Меня зовут Оля. Мама, она моя невеста. Я сейчас. Уезжаю, Дмитрий. Воевать? Да, брат. А мне что делать? Ты, малый, продолжай работать. Совершенствуйся. Береги мать. Без толку на войну не суйся. Нужен будешь, позовем. Понял? Понял. А ты чего отворачиваешься? Так. Нет, не просто. Авиацию из головы выбей. Ты музыкант, твое дело делать. А в наше не лезь, не годишься. А будешь нужен, сами позовем. Оркестром командовать. Прикажут, будешь командовать оркестром. Ну, договорились? Мои ребятишки прибыли. Ну-ка, погуди еще. Может, полковник не слышал? Ну, пойдем, провожу. Ну? Ну, Дмитрий, до свидания. До свидания, сэр. И забудь, что сказано. Поехали. Так вот, вашего отца я уважаю. Более того, он мой друг, но принять вас в школу не могу. Я хочу быть летчиком на этой войне. 5 миллионов молодых людей мечтают летать. Ну, я не мечтаю, я хочу драться. И они хотят. Но прием у них полный комплект. Это неправильно. Я все равно своего добьюсь. Вызовите ко мне полковника. Есть вызвать полковника. Читал ваш рапорт, читал. Боевой рапорт. А на фронт я вам ехать запрещаю. Поедете в тыл, перевезете школу вплоть до занавес. Я же истребитель. Знаю. Отличный истребитель. Но я вас знаю и как педагога, Николай Иванович. Один истребитель — это один истребитель, а нам нужно много истребителей. Я считаю, что сейчас мое место на фронте. Я имею на это все основания. Да. Старые счеты с господами немцами. Есть и старый счет. Садись. Николай Иванович, это у тебя
как будто где-то за морем была неудачная воздушная дуэль с немцем Вундерлихом. Была, не скрываю. Ну вот, и подучишь на своем боевом опыте молодых людей, как драться с этими асами. А война ни на день, ни на два. Сквитаемся. Да пойми ты меня, как же мне сидеть в тылу, когда мальчики рвутся на фронт? Вот сейчас был у меня парень, золотой парень, рвется летать, а я буду сидеть... Товарищ Новиков, я вам вашей просьбе отказал. Я этому парню тоже отказал. Напрасно. Я думаю, что напрасно. Дежурный, тут был молодой парень, Елисеев, ушел? Нет, я здесь. Ждите. Школа перебрасывается на намеченный пункт. Да-да. Майор Новиков его просьбе отказал. Пусть сам обучит этот курс, а потом вместе со своими воспитанниками, истребителями поедет драться. Согласны? Отлично, отлично. Ну вот, встретимся на театре войны. Обязательно. План переброски. Разрешите отдать распоряжение? Пожалуйста. Беру вас сверхкомплект. Наличные дела полчаса. Стойте. Часы имеете? Имею. Засеките время. Явитесь сюда с вещами. Можно идти? Бежать. Я опоздал, но я на седьмом небе. Меня приняли. Я уезжаю. На фронт? Нет, в тыл. Я еду учиться. Чему учить? Летать. Летать? Да. Мне дано полчаса на личные дела. Смотрите, божья коровка. Божья коровка, полети на небо, божья Митя, коровка, полети... Митя, ты совсем полети... еще мальчик. Ребенок, дитя, малютка. А детям все может. Сумасшедший, бессовестный. До свидания, Оленька. Увидимся не скоро. Мальчик вполне сознательно выходит на свою дорогу. Звезды. Если можешь, милая, навещай мою мать. Прощай. Если навсегда, то навсегда прощай. Так говорил лорд Байрон. Так говорю я. А музыку бросаешь? Никогда не брошу. Я ни секунды не могу. Пора. Пора. Всегда буду любить тебя одну. Знаю, знаю, сведения получил. Подлец, вот подлец. Что случилось, товарищ полковник? Да сын мой Митька поступил в школу летчика. Я напишу Новикову, чтобы он гнал Митьку в Кашевар.
Именно в кашевары. Не выйдет из него истребителя, не выйдет. Видите? Очень рад. Давно хотел познакомиться. Полковник Елисеев, здравствуйте. Ваш отряд? Мои бессменные. Спят. Квартирку придется переменить. Разве плохая? Не потому, а переменить придется. Будем отступать. Обидно. Понимаю. Но неужели мы не можем... Пока не можем, не время. А вашу работу отмечает в штабе армии. Отлично работает. Благодарю. Новость слыхали? Какой? Тут против нас орудует Вундерлих. Позволь, он давно же умер. Сынок, наследник предприятия, капитал на войне зарабатывает. Но ничего не скажешь. Ах, слава германской армии. Шибем. Не знаю. Что наверху? Мокрое свинство. Майор, офицеры пополнения в ваше распоряжение прибыли. Сколько вам лет? Мне? Ну да вам. 42. А лейтенант? Лейтенанту Каузе? 41. Ему? Лейтенанту Ланге? 44. Зажигай. Зачем мне присылают этих людей? Мне нужны летчики. Старые летучие мыши. Наша база сковывает инициативу русских, а мне присылает вот этих. Хармайор. Меня не интересует ваше объяснение. Ложитесь спать. Ночью может быть работа. Занимайте любую койку. Все свободны. Ого. Фулхенд. У моего предшественника была неплохая игра. Ваш предшественник сгорел в воздухе. Но где сегодня спят хозяева этих кой? В земле, в болотах, в аду. Вы не узнаете меня, Вундерли? Ваш мерзкий голос я узнал бы среди тысячи голосов, инструктор Гитнер. Вас не очень любили в летной школе. Вас ненавидели. Вот как ты встречаешь своего старого учителя, Отто? Советую запомнить. Здесь больше нет учителя Гитнера. Здесь есть Гютнер, лейтенант пополнения. Старший лейтенант. Перестаньте ворочаться, Гютнер. Если у вас бессонница, то вспомните того русского, который вас собьет. Убаюкивает. Может быть, в эту минуту он садится в самолет, а может быть, еще учится в школе. Стой! Смирно! Товарищ майор, дежурный по классу курсант Яблоков. По списку 42, присутствую 42. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте! Вольно, садитесь. Thank you.
Почему вид унылый? Никитченко. Курсант Никитченко. Чем недоволен? Харьков сдали, товарищ майор. А я сам с Харькова. Садитесь. И я харьковский. На Москалевке вырос. У вас плохие нервы. Не о том думаете. Самолеты не видали? Летать торопитесь. Болтаться по небу дело нехитрое. Садитесь. Мы не затем сюда приехали. Курсант Елисеев прозвал меня летчиком-бухгалтером. Садитесь, я сам давал прозвище учителям. Но пока вы не научитесь подсчитывать и рассчитывать запас прочности машины, вы будете ее рабом. А может быть и жертвой. Начали урок. Федоров. Курсант Федоров. В доске. Запутался, отставить. Никитченко. А? Что, садитесь. Елисеев. Курсант Елисеев. Рассчитайте, какова будет перегрузка одноместного истребителя на вираже при крене в 50 градусов. Какого типа? Вопрос правильный. Типа И-16. Ну и гроб. Почему гроб, товарищ майор? Потому что в воздухе раздумывать некогда. Значение косинуса бета определяем по таблице. Правильно. Теперь перейдем к расчетам пике. Мне можно садиться? Нет, вот именно вы и оставайтесь у доски. Поднимите мел. Вытрите пол. Слушайте задачу. Ваша задача уничтожить объекты, отмеченные на картах красными крестами. Не слишком рассчитывайте вернуться обратно. Почему? Когда немец спрашивает, почему и зачем, его лучше всего пристрелить. Для того, чтобы пройти несколько поясов русской обороны, необходимо быть очень хорошим летчиком. Таким, как я. А таких у нас становится все меньше и меньше. Можете идти. Гитлер! Вы не пойдете в полет, Гитлер. Вы мне еще понадобитесь. Что означают эти красные кресты на карте, Вундерберг? Красный крест – знак милосердия, Лайка. Мы будем бомбить русские госпитали. Это очень выгодно, Лайка. Отличная мишень. Наиболее удобный для уничтожения – концентрат войск. На одно попадание – 1000 русских солдат. Мы приближаемся к цели. Внимание. Сейчас придет старшая сестра, и она вам все объяснит. Нет. Оля, разве вы не уехали? Нет, я никуда не поеду. Мы пришли работать в госпитале. Но нам не нужно сейчас. Милая. Сколько раз вам надо повторять, что скоро вы встретитесь в воздухе не с вашими же товарищами, которые прощают вам все ошибки боя, а с хитрым, коварным врагом, который использует каждую вашу ошибку. Вчера опять
В учебном бою курсанты группом Жуков и Елисеев не учли даже примитивной хитрости своих противников и чуть не угробили машины. Почему все это происходит? Потому что некоторые из вас до сих пор считают, дайте нам только противника, а остальное приложится. На тот свет чересчур торопитесь, молодые люди. Мало встретиться с противником, надо уметь его еще победить. Курсанты Жуков и Елисеев отстраняются от полета. Отправляйтесь мыть машины. Можете идти. Я из вас асов хочу сделать, а не покойников. Приготовиться к уроку воздушного боя. Первые пары Никитченко, Агамиров. По самолетам! Дежурный, кто моет самолет? Курсант Елисеев. Где курсант Елисеев? Не знаете, идите. Куда это мы с вами летим, товарищ авиатор? Я так, я, собственно, никуда не лечу, товарищ начальник школы. Нет, вы летите. И прямо на Гауптвахт. Выходите из машины. Любовь к воздушному бою одобряю. А за это 5 суток. Опять здесь. Интересно. Ну, а теперь же за что? Замечтался. Забыл самолет помыть. Интересно. Простите, а что-то вы изображаете? Пикирую, не мешай. Вот чудак, его на губу посадили, а он пикирует. Сам чудак. Это тренировка. А почему мяса мало? На голодный желудок легче пикировать. Ну ладно, ты тогда давай кашу побольше тащи. Чего-чего? Каши, каши. Интересно. Расчет правильный. Правильно. А это что? Мотив записал. Гимнастерка в пыли, почистить надо. Мне кажется, что вы меня вообще скоро выгоните из школы, товарищ начальник школы. На это мне давно советовал сделать один мой большой друг. Вы меня чаще других сажаете на Гауптвахту, дольше других держите у доски. Меня извините, что я с вами так разговариваю, но я право не понимаю, что вы от меня хотите. Мне кажется, что вы меня ненавидите.
А ну-ка, садитесь. Садись. Я думал, что ты мужик хитрый, со смекалкой. А ты музыкант, художник. А людей понимать не умеешь. Ведь жучишь вас, школишь, а вы в амбицию. Дурни вы все еще, вот что. Мальчишки, ведь строгость-то нужна. Да. Нужно гонять. Безжалостно учить. К безжалостной войне. Понятно? Понятно. Только ведь это очень трудно, когда тебя так гоняют. Чем труднее тут, тем легче будет там, это уж поверь. Приказы от подобных настроений отказаться. Идите, оденьтесь. Сейчас пойдете в учебный бой. С кем? Со мной. Что наверху? Дождь, грязь, мокрое свинство, как говорил покойный Ляй. В одиночестве? Ага, все вы налили. Закурим, генерал? Охотно, сэр-майор. Закурим, генерал? Охотно. Вы устали, Гитлер? Да нет, ничего. Вы стали недоверчивы, скрытны. Это ж признаться, не слишком был внимательным к своему учителю. Война делает людей жестокими. Простите меня. Да-да, ничего, я тоже был неправ. Гитлер! Гитлер, но оба одиноки. Нам не хватает дружеских отношений. Признайся мне, Гитлер, вам бывает иногда трудно. Вас охватывает страх, боязнь, одиночество, ужас. Да, конечно. Мне постоянно бывает страшно. Вы трус, Гитлер! Вы всегда были трусом! Буду жаловаться! Негодяй! Ты сам трус! Я читал твой дневник! Я буду жаловаться! Попробуй! Только разинешь рот, ту же ночь отправлю тебя в полет, из которого ты не вернешься. Зачем ты меня держишь здесь, выродок? Зачем ты сохраняешь мне жизнь, чтобы издеваться надо мной? Да, мне нравится это. Отдай! Кто это? Кто это? Кто это? Ой!
Адольф! Вы, кажется, испугались, Гитлер. Просто я вам показал прием, который берегу на черный день для какого-нибудь русского летчика. Ай-яй-яй-яй-яй, лейтенант германской армии испугался куклы, а? Простите, простите, я вас не познакомил. Майор Вундерлик, мой двойник. Вот что ты будешь делать? Я пойду в воздух и буду сражаться вместе с тобой. Меня настигает враг, вот что ты будешь делать? Я выброшусь с парашютом. Русский решает, Вундерлик спасает свою шкуру, а Вундерлик тем временем набрал высоту и повис у русского на хвосте. Неплохо придумано, Гютнер, а? Товарищ Новиков. Здравствуй, товарищ Елисеев. А я вас жду. Ну, как дела? Четвертый не вернулся. Вот поглядите, товарищ полковник. Да. Вот здесь. Снимок сделан с большой высоты. Когда? 3 дня тому назад. Любопытная картинка. Ни черта не разберешь. А хотелось бы ее расшифровать. А где эта загадочная картинка находится на карте? Вот здесь. Посылали сюда? Сюда. Четвертый не вернулся. Младший лейтенант Никитин. Посылайте пятого. Любой ценой необходимо разведать. Пошлите лучшего. Лучшего из ваших пилотов. Если мы сегодня не начнем бомбить скрытую базу немцев, грош нам цена. Вот только лучшего мне бы как раз и не хотелось посылать. Мы держим ключ контрудара. Разве я не понимаю, товарищ полковник? Выполняйте. Младшего лейтенанта Елисеева ко мне. Ваш сын мой лучший ученик. Не верю. Как хотите. Что же, я по-вашему своего сына не знаю, да? Музыкантов летчиками делай. И беретесь музыкантам поручать решающие задачи. Я вас не понимаю, майор Новиков. Мы с вами не первый год в авиации. Товарищ полковник, младший лейтенант Елисеев мой лучший пилот. Младший лейтенант Елисеев явился по вашему вызову. Иди сюда. Майор объяснит тебе задание. Ступай. Ну? Ну, здоров, пилот, да? Лучший. Вот подлец, ух, подлец. Никого не слушается. А где же мать? Госпиталь работает вместе с Олей. Вам виднее, товарищ майор. Пусть пятым летит этот лейтенант. Глубочайшая просьба, товарищ полковник. Разрешите вместо его лететь мне. Вы командир. Пустой разговор. Вам и рисковать нельзя. Объясните задачу лейтенанту и с Богом.
Что с вами, Елисеев? Плохо я у вас учился, Николай Иванович. Обманул меня немец. Поздно, понимать начал. Угробил самолет. Митька! Ну, что с тобой, а? Черт! Ну что стоите? Чего смотрите? Отправляйте шестого! Лейтенанта Жукова в полет! Я нашел, брат. Нашел как? Где? Здесь. Тут? Вот, засек. Отставить вылет! А ты говорил, кашевары. Молодчина. Вот теперь мы посмотрим, кто кого обманет. Дежурный! Товарищ генерал, база противника обнаружена. Так. Вот. Тут. Так я и предполагал. Сосечено? Точно. Будем ждать проявки. Готовьте бомбардировщики. Есть готовить бомбардировщики. Так, так. Как же это он тебя обштопал? Ложную фигуру с парашютом выбрать. Да. Ну, пойдем. А машина пошла в штопор? Ну, да. Так, так, так. А потом он зашел тебе в хвост. Вот именно. А знаки какие-нибудь на машине были? Череп и две кочки, как на бутылке, дентурат. Как же это он тебя упустил? Я бы его сам не упустил, да обманул собак. Музыкант? Это вы? Я вас сразу узнал. Позвольте, вы же собирались симфонию писать. Ну, я ее написал. Ну и как, получилось? Нет, я после войны лучше напишу. Mm. Вы понятия не имеете, с кем вы дрались. Представьте себе, мой старый знакомый. Вы знаете, с кем он сегодня дрался? С вундерлихом, Николай Иванович. Отлично. Верная работа. Представьте себе, композитор умеет сочинять симфонии. Как ваша фамилия? Елисеев. Елисеев? Да. Что, однофамилец? Сынок. Отлично. Отлично. Теперь, полковник, начинается ваша деятельность. И ваша, во главе с майором Новиковым. Теперь мы их будем бомбить до самой преисподней. Действуйте. Есть. Место. Кружит. Сообщи генералу Кожухарову, задание выполнено. Немецкая база уничтожена. Есть. Немногим фрицам удалось уйти. Есть. Товарищ полковник, справа по борту.
борту вижу шайку мистер Шмидтов. Новиков пошел им навстречу. Есть. Есть один, товарищ полковник. Товарищ полковник, вы можете подняться? Погиб штурман. Погиб Андрей. Товарищ полковник, уходить нам надо. Машина горит. Баки сейчас взорвутся. Пропадем. Уходить нам надо скорее. В тылу мы у немцев. А? У немцев мы. Уходить надо. А ну давай. Смешно. Товарищ командир, вы ранены? Давайте я вас привяжу. Филя, шагай. Шагай, Филька! Я всегда потом добирался, а сегодня вот сдал. Отстал меня. Иди сам, добирайся до наших. Не зайти мне, друг. Да ты что? О чем вы говорите, товарищ полковник? Что-то я вас не пойму. Не по-русски, не по-нашему. Беда, товарищ полковник, влипли.
Жив, полковник. Ну и натворил же это дело. К тебе, командующий. Знаю, все знаю, полковник. Как сели? Виноват. Ответить не могу, ничего не помню. Вы с вашим сыном сделали почин, открыли дорогу наземным войскам. Рад. Прошу ваше приказание узнать, где он-то, сын мой, Митька. Как здесь? Здесь, скажите, но... О боевых действиях вашего экипажа, о подвиге вашего сына, доложу лично товарищу Сталину. Благодарю. Ого! Это наша артиллерия начинает выжимать немцев со второй линии. Хороший почин, генерал. Отличный. Отличный. Батька. Митька. Можете гордиться своим учеником. Обращаюсь к вам с просьбой, товарищ командующий. Прошу отправить меня обратно в тыл, в школу. Мне мало моих 10 пальцев. Чтобы душить врага, нужны сотни рук таких учеников. Обидно тебе, старик, что твой воспитанник свел за тебя счеты с Вундерлихом. Наши молодые люди, мечтатели, натворят больших чудес. Будут великие дела, товарищи. Сами увидите.